тоже сказать. От себя скажу по поводу этого шоу. Ну, по-моему, оно превысило все ожидания. Три Миши в раздаче. Миша. Не, ну Минтон не Миша. Миша это Миша, а Минтон это Минтон. Ну вот, давайте тогда, как по никам написано, Минтон, Миша и Михаил. Можете меня уважительно называть. Да, кстати. А как у тебя по отчеству будет? Михаил Александрович. Ну, будешь Александрович, нормально? Ну, что надо делать, интересно, с моей рукой. А давай воткнем. Я ж король. А он не очень хороший. Ладно, тогда чек за год. Еще и проколил просто. Ну как десятки в пасе оказать, что я не понял? Ну, как бы пристал, я слышал. Что я могу сказать? Это серьезные ребята. Фанатца у меня сильно перебор здесь. Да не говори. Да хорош. Раздача интересная, кстати, в целом. Я понимаю, что произошло вообще в целом. Не очень понимаю. Но мне кажется, что Толя должен был сильно раньше выкинуть. Но очень интересно. Опа. И с учетом всей этой движухи... У меня, во-первых, они бубновые, это еще тоже это довольно важный факт. Это флаш. Это почти что стрит-флаш. Блин, у меня есть таймбанк, я надеюсь, правильно? Да, да. Круто. Но я тебе честно скажу, Толя, что я вряд ли выкину. Но хотелось бы, конечно, чтобы у меня хватило таймбанка на 10 минут. На самом деле, будет не стыдно проиграть здесь весь свой стек с этой конкретной рукой. У меня флеш, во-первых. Во-вторых, игра уже раскачанная. Все хотят что-то исполнить в конце. Сайзингом на ривере я спалился маленечко. А мне нравится твой сайзинг. Не, ну, типа, понятно, что он может нравиться и с флешом нормально так ставить. Но это все равно провоцирующий сайзинг, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это грязно просто. Грязно, да, но просто деньги, грязно. А нет, ты же не выиграл. Против лома нет приема. Как бы сомневался, добирать или нет здесь. Ну да. Мишинер, вот Толя против нас с тобой мне напоминает Хольца против Лимитлеса. То есть, знаешь, когда там сидит вот два понимающих чувака, а против них тупо переапанный МТТшник, который бам-бам-бам-бам-бам-бам. У тебя же был какой-то ник, типа... Миклелер. Ну, блин, я хотел вспомнить. Ну, опять тильтанул даже тут. Не, ну подожди, но он спрашивал, красивый ник был какой-то. Ну, ник уродский, да, тут не поспоришь прям. Ну да, особенно в честь, что это сочетание имен Майкл и Лера, то да, я Лере передам. Давай почекаем по-братски, Гоша, почекаем. Нет. Нет, не могу чекать такое. Нет, Гоша, по-моему, вообще никогда не чекает. Чекаю, да ладно. Валя 9 не чекаются на такой доске. Это почти страйк. Походу, да, придется. Я трансляцию... Я перестал трансляцию смотреть, хочу, чтобы ты показал мне. Валя 9 покажет, конечно, куда он денется. Иначе мне 100 долларов пропадут. Не, я выкидываю точно, я просто спрашиваю, покажешь ты или нет. Выкидываю. Это не для того, чтобы я... Ты выкидывай, я покажу. Ну вот, все, давай. Есть у меня. Да ну ладно тебе, Валя 9 показывай, что-то... Король 7 я выкинул. Че, это нормальная вообще игра? Как он его читает вообще? Да. Просто. Изи. Единственный адекватный игрок, потому что здесь. Вот с ним попроще, чем с вами. Почти непонятно. О, сюда, 100 долларов. Сейчас посчитать надо, может, и не нужно колоть. Да, у тебя реально 6-4? Да. Конечно, надо колить. Да. У меня 6-4. 6-4 надо колить. У него могут быть тускороль. Шестерки. Ну, да, нам могут быть тускороль. Да, по-любому надо колить. У меня был короче, так что... Мештани, я блокирую шестерку, стоим. Держись. Блин, ты крайне справедливый. Блин, 6-4, два раза проиграли кряду за один круг. Как такое может быть? Невозможно. Ты плохую руку выбрал. Иннер тупо за счет своего канала амбассадорство зарабатывает. Уже пора понять, что он фиш в современном покере. Даже микро не бьется такой игрой. А про бигоди еще раз скажите. Интересно. Что есть, то есть, в принципе, да. Про бигоди сказали? Денис ничего душит пацанов. Ну, понятно. Это про бигоги сказали. Не, ну, Мишинер, ты можешь не расстраиваться, потому что помнишь, как Хольц чесал Малиновского, так что можешь себя почувствовать тоже лимитлесом, а Латов — это чистый Хольц. Такой же герой. Я тоже, когда проигрываю, чувствую себя лимитлесом. Не знаю. Слушай, братан, каждый день чувствуешь себя лимитлесом? Вообще бомба. Да, прикинь. Мишка, что за сайзинги? Ну, а какой еще в эту доску ставить? Оуин. Треть. Ой-ой-ой, такой ой-ой-ой, типа. Ой-ой-ой, у меня наехал бэкдорный флэш. Отлично, ой-ой-ой, конечно. Это неправда.
7-2 надо. Правда, но снэп-кол все равно нажму, да? Так. Я, между прочим, думаю, у меня слабый кетчер. Я буду сейчас... Король 10 с трифовым? Не угадал. Тузы. Ой-ой-ой. Ну, конечно, в эту игру слабый кетчер никто не выкинет просто. Это ты называешь слабым кетчером? Серьезно? У меня-то адекватный блеф вполне был, то есть. Ну, на самом деле, везение — это не только когда ты алыны выигрываешь, а это когда ты блефуешь, а соперник выкидывает. Ну да. Конечно, хорошо, ждите. Вы уже поняли, что тебе очень не складывается. Что ты с двумя дамами проиграл 4-7. И ты серьезно сейчас говоришь, что у тебя есть рука? Ну, намекает. У меня 5 рибаев, да. Есть... 5 рибаев, то есть я в игре на 1200, и у меня что-то осталось. Прям плохо, конечно. Не филатов, играл бы я тут, но так сложно. Отсюда! Что у него, я не вижу ни хрена. 5-6. Ну такое, Терни. Неплохо. Нормально. Да Толя зевает, туда бабки текут. Будет смешно, если он в натуре все-все-все заберет. Вот все. С вас забери, попробуем. Ладно.